Так, надо диспел сменить, хилботи, кто у меня на чуму стоит. Ребят, старайтесь не фкшить, это очень быстрый инст будет в этот раз. Чат полтора часа и все, и расходимся, поэтому старайтесь не фкшить трэши, не трэши. Там, если кому-то прям срочно надо, ну, какой-то ДД пусть отходит, старайтесь танки вообще не отходить. И я не буду отходить, потому что я один хилер. А черный лимон это что, шаром что ли, или что, я не понял просто, Войд. Девочка. Да? А, простите, просто вспомнил, что она, на, по-моему, два шамана было. Мага нету, интеллекта нету. Есть у кого свитки на интеллект? Есть начертатель? Я б себе бафнул. Ой, спасибо. Рыбка. Да, ты на НХ, я сам похилю. Ты мне только на трэше поможешь перед этим самым, перед Валькой и перед чумой. А так я сам хилю. Просто на трэше я по мане буду быстрее садиться, и даже сова сильно не поможет. На энах, значит, кулак гейбар. Нет, да? Подожди, подожди. А у тебя что, другого спека нет, кроме этого ДД какой-то ЛМ, энх, мне без разницы, какой у тебя ДД будет. На этом шамане есть у тебя черный лимон? ДД. В ДД нам спекнется паладин, плохая, карбонит. Я. Может, ты ШП, а, она блин. Не-не-не. А, ну, зайди на энха тогда. Пожалуйста, пока мы тебе КД не повесили. У тебя же там есть какой-то хил, пускай слабенький, чисто там навалю. Хорошо, давай, давай, заходи. Плюс Анюш получат, 3 плюса поставишь, я тебя возьму. Так, карбонит, смотрите, на трэше на леди тоже, у одного танка просто аккуратно будем долбить этот трэш на леди. На кораблях тоже в одного танка, просто будем убивать трэш на нашем корабле очень быстро, дамаги у нас до хера, потом сумасвод на другой корабль, а мы после него уже прыгаем. Пушки сядут на любые воды. Так, тогда я кикаю, получается, черный лимон. Все, вот, гекада плюсанула. Давайте суммоним шамана. А так что нет начертателя со свитком интеллект. Ни у кого вообще свитка интеллект нету бафнуть. Мне бы пригодилось приступ. Ну как хотите, ладно. Если отпиваюсь, чекаем и идем вон стоп. Кстати, он шамка, сейчас еще дайте баф по гекаде, по водине. Будет холи, кулак, монорек, карбонит, каски, молодец. ОНХ 6300, мы сейчас разорвем это ребро за один вихрь. Напуливаем на сумасвода, сумасвод агро нормально держит, хороший. Все, тогда давайте, погнали, все готовы. Геру дадим через 5 секунд. Давай, Геру, шамка. В лужах не стоим. Шип, сбиваем. Все, молодцы. Вихре один по один любой выйдет в один конец комнаты, а сумасвод в другой конец. Люблю внизу, сбиваем шип, хант это далеко. А те долго. Вихре можно бить, только милики в уже не лезьте. Беги, малышка, беги! Так, добиваем ребро. Я
малосы какие, смотрите, как быстро. Погнали дальше. Сова, если есть озарение, давай, чтобы я не садился пить. Красота. Сумасвод с другого конца зала бежит. Да, это ППГ. Не, АДК, АДК у него, по-моему, нет. Он просто пал один будет плохо держать, а тут сумасвод и удержит хорошо. У нас два ретрика, все хорошо будет. Понимаю, что вам АДК хочется, но... Мы в 10 гер недавно ходили, АДК и 2 ШП было. Было хорошо. Сейчас я тебя хилю, не бойся. Просто мне разогнаться надо, когда я в одну цель фигарю. Блин, у меня магии нет. Подиспель, помоги ШП. Паладины, помогите подиспель. Я забыл переставить, сейчас я в хилботе переставлю. Все переставил. Паладин, отойди назад, а то сейчас тебя пришибет. Бьет АУЕ. А когда он кидает щиток, вы можете 4 секунды очень быстро бежать. Поэтому, если у вас мало хп и дал щиток, значит, что вам надо отбежать. Но танка, леди таунтится, первый трэш сносим и переводим леди. Хант, молодец. Гера. Ну что? Гера, минута висит, давайте сразу запустим. Да, сразу запустим. Будем. Я чудовищно леди. Так, в трэш переключаемся, сумасвод трэш, танкани сразу, потом на леди. Давайте быстро в трэш, только огонь не рвем, стараемся не умирать, а то будет печально. Быстрей, быстрей, трэш. Давайте. Последний мув, давайте, переводим. Что такое? Кто там супер грубый так? Все, давайте переводим, на пул даем на сумасвода, чуть-чуть стопанем дамаг, когда у меня 0 маны останется, чтобы все-таки нормально игра набрал ДК. И потом вообще бурстите как хотите. Здесь нету. С таким составом классовым рейда я могу и 10 гер один пилить пристойно. Так, там дух, можно хлопать, забейте на него, забудьте о нем. В герах не хлопайте, а тут можно хлопать. Разрешаю. Стрель снесем. Но на сурке трэш бить надо обязательно, иначе дольше бить будем. Это как бы правило для всех. Молодцы, лутайте и погнали дальше. Смотрите. Что-что? Тебя не слышно. Мне бы штанишки упали, было бы круто. Стухово. Давай, сумасвод. Тут с трэшем аккуратно, потому что у нас один ДДК. Не хотелось бы падать. Ты был вчера в ИВК 25 вольт? Ага. А, блин, ДЦ, вот это ДЦ давало. Пипец, блин, как считывало, что в ЦЛК, что в этом. Я вообще, у меня ХПС весь на низу был у друида. Толку, я хотаю, хотаю, она считует. Вообще, блин, рейд не прошибал почти. Если вы не спешите, вы еще сможете его догнать.
Как оказалось, на Синдре пули прислал, лучше всего хилить в одного. Потому что у полиприста бонус есть. Короче, когда кастуешь большую молитву исцеления, ну массовую, то в конце нажимаешь этот круг исцеления, и оно за один стак засчитывает. Я про это и говорил. Да-да-да, или молитву восстановления кидать, и вообще она за стак не считается под меткой. Ну из-за этого полиприст рулит на Синдре. Да, но с другой стороны есть минус в том, что присту надо разогнаться, когда он хочет захилить и танка, и всех, а разгон это стаки. Но это не надо, ему нет задачи танка хилить. Ну вот мне сейчас будет. Так в обычке вообще будет. Ну так, давайте, два любых все сели. Так, ранцы берем. БДК сначала на этом корабле, мы трэш дотанчиваем. Вот последний моб умирает на этом корабле, да? Тогда ДК прыгает, и только вы после него. Потому что если вы сначала прыгнете, ДДшки, РДТшки, то все, вас там босс сбреет. Поэтому внимательно, пожалуйста. Так дольше бить так будем. Пускай трэш вон этот, Саруфанг танчит. Что это там вдалеке? Что-что? Саурфанг? Саурфанг затанчит трэш. Типа, так все равно мы будем его расщеплять, этот трэш. На нашем корабле, посмотри на наши ДД. Просто я о том, чтобы вы раньше танка не прыгали. Сейчас вы мне кажется, что вы не вовремя стаки разрядили, но ничего страшного. Как трэш. Главное, чтобы меня не убил трэш. Так, заклинателя. Давайте. Тут классно, с пула Синдры, там куда ее щит, и он быстро ее ставит куда надо. Давайте, бейте, наверное, еще одна заморозка будет, и потом убьем. Ну зашибись, и ШП есть, и ретрики, я и по мане не проседаю сильно. Давайте маг. Последний маг, перелетаем. В нашем корабле там сержант еще. Ретрик какой-то, да, давай, молодец. Давайте, добиваем, все перелетели вроде. Надеюсь, штанишки из тухлопуза никому не надо на ШП, там хаста меткость. Если упадут, если бы кто уступил, я был бы очень рад. Ну, если, конечно, нужно, я ничего не имею против. Нет, ты сейчас не танчишь, сейчас танчит самосвод. Та метка крови, которая подхиливается урфанга на 10 обычки, с нашим дамагом вообще можно ее не считать и забыть о ней. Там просто дамагом все зеркнется. Просто главное ретрики, чтобы вы стан трэш будет выходить, вы сразу хоп, стан дали, раз херачили трэш. Хочу на хулипала забрать. Забирай, забирай, мне все равно. Забирайте. Давайте быстро. Рыбав никому не надо, да? Присоединись ко мне. Герус, фула, как все как обычно. Ой, нам здесь Эдгер постоянно падает, этот щит очень часто с кораблей. Старайся, сумасот, будет получаться ПОПшки в трэш, но в идеале, чтобы ретрики. В
Ретрик, вот этот вот слева моб мой, твой справа моб. Стоп. Гекада, ты последний тотем какой ставишь? На хасту для РДД ставишь? Она сразу... Да подождите с тотемами. Она в НХ ставит тотемы, когда начинается битва с боссом, потому что у нее один из тотемов каждые 20 секунд надо обновлять. Поэтому она одной кнопкой все ставит. Гекада, ты ставишь последний тотем на скорость на РДД, да? Потому что... Нет, вот этот вот не ставь. Ставь последний. Нет, для РДД знаешь почему? У тебя есть когти ДК, они лучше даже твоего тотема. Ставь для РДД, пожалуйста, хорошо? На 5% гнева воздуха. Спасибо. Потому что БДК есть, у нее есть когти, поэтому твой тотем не актуален для НХ последний. А я тут думаю, что же у меня коста чуть-чуть медленнее. Эй, сумасвод! Фух, ты в центре решил. Давайте Геру долбим. Трэш, просто старайся ЛПшку одну в каждый трэш, да, в каждого моба, и палы может застанется, хотя бы гневом небес, и долбить. Просто бурстим, но трэш сливаем обязательно все. Потом иначе просто нужно умереть. Ибо дольше бить. Я вам умереть не дам. Хватит. Трэш, переключились, убили трэш. Два трэша будет, и все. И босс наш. И мы дальше идем фигарить. Молодцы. Парьтесь, эта метка, она не то что бьет танка, она именно хилит сурка, но она хилит его так, что мы все равно его зарганем, вы понимаете, да? Вот в 10 герб нам надо бисовые классы, чтобы вот так вот зергать в одного танка, одного хила. Бисовые чуваки надо. А тут, хотя у нас и так бисовые, но все равно. Тут это все фигня. Трэш последний. Давайте убьем. Убьем. И потом добиваем босса, и все, и трэш уже. Вот видишь, сумасвод, я вижу, сколько у тебя хп, просто мне надо два мелких коста сделать, прежде чем большой хилкой в тебя. Но это не страшно, тебя все равно не упущу. Вот какие молодцы. Ой, какие молодцы, ребят, все, давайте, кому что нужно, нидим, пылим. Открывайте портал, кто-то, пожалуйста. Мы похороним тебя, как подобает, в Награнде, рядом с матерью и... Ой, супердру, не умри, пожалуйста. Спасибо. Вот стоим видишь, около портала. Триньки одел вот эти вот... Залеты за героизм. 9к даю нормально теперь. Не 4. Вот так красавчик. Стоим здесь, пожалуйста, ДК только идет. А все отходят подальше. Почему? Потому что даже здесь может две вальки сагриться. Нам это не нужно. Мы не хотим вайпов, нам нужен фаст промос. Че, наверное, лучше. Вот сейчас ДК будет идти. В кого? Да, вот сейчас карбонит на трэше, спекайся в танка, потом дальше в одного идем, а потом аж на принцах спекнешься. То есть ты сегодня отдыхаешь, карбонит, тебе повезло с рейдом. То давайте чуть-чуть отходим ближе к порталу, чтобы вторая не загрелась, потому что это дальняя, я так понял, которая летает сейчас сагрена. А вон ближняя летит, поэтому аккуратно. Тотемы пока не ставьте, подождите, пусть пролетит вторая. Сейчас пролетит и дадите тотем. Давайте, вливайте с нее. Приз по возможности диспель с нее. Карбонит не хилится. Но хилится уже. Так, карбонит, дай по себе прота на 10, пожалуйста. У нас еще бафы висят, на трэш нам хватит, можно не обновлять. И тебе ускорение дал, и ДК побежал вперед.
Так, сейчас только на трэше, вот будет один нюанс, который я скажу, что вот, вот этих двух больших будете бить, не агрите упыри сразу. Очень попрошу вас. Потом сагрите. Был бы эршаман, не было бы все равно. А холик престон все-таки чуть-чуть труднее, когда вы всех агрите прям. Давайте добиваем. Сова, если есть озарение, кинь, пожалуйста, по рукстеру. Пать, один танк левого, другой танк правого. Он звезду сумасвод, а печеньку карбонит. Разобведите их лучше. Сейчас больно бить будет во всех, кто к ним подойдет. Ну ладно, как хотите. Пары, два пала, значит, гнев небес будет нормальный по упырям. Ух ты, имбуги. Когда я в соло Killer Drum 10 оп, и мне сделали хард-мод режим, у нас очень много боя падало. Подождите, стоим, хилимся. Стой, стой, бляха. Диспел. Блять, гнев небес, быстрее. Павы, павы. На помане проседаю уже. Поэтому... Поседам, пап. Все, чудовищ дал. Ману чуть ресну сейчас. Ой, молодцы, быстро сливайте нас уже. Больше, чем нужно, типа две собаки не агрим. Потому что тогда точно вайп будет. Сейчас собаки по 4 стака за один удар вешают на танка. И вы же понимаете, что два танка упадет, если сразу две собаки сагрить. На профи там тоже. Проф, гниль вся, там сумасвод один танчит, все легко. Геру на гнило морду не даем, геру мы дадим на тухлопузе. Почему? Потому что на нем есть гниль и стаки на БДКе. Здесь пальте, спасибо. Поэтому геру актуальнее в одного хила одного танка давать именно на тухлопузе. Ну а на профи, в принципе, она не нужна. На десятке. Здесь пальте с Рокстера, спасибо. Вы прям всех загрели, этих мелких, что они так по КД дают. Так, а смысл на гневоморде Геру? Он тонкий, у него ХП на 3 ляма меньше, чем у тупопуза. На обоих можно Геру давать? На, можно на обоих, но если давать, то лучше сейчас дать именно на тупо. Тогда его первым пойти. Эй! Спасибо. Давайте первого тупо, а мне все равно. Даже не важно, в каком. Чтоб на профи был на последнюю фазу Геру. Ну да, да, она не нужна, мы там его за секунд 30 снесем, последнюю фазу. Сейчас еще Геру ждать 3 минуты. Да, согласен. Поэтому лучше мы пойдем на гневомор. Хотя она откадешится до тухлого. Так что назад, давайте, кстати, на тухлого. Но зеленую агрим и бежим назад. Танки меняемся по 8 стаков. Очень быстро стакает. Очень быстро. На багамые стрелы. Люблю хилами ловить каст. Короче, когда она каст делает, я стараюсь тоже каст делать на уровне. И сразу, чтобы как только кастанет, хилку большую дать. Вот как сейчас примерно. Вообще тема. Бонит не умирает. Прикольная тема. Да, только по мане, сука, садится, когда вот бурстит и в танк, и во всех. Подождите, ай, мана. Ой, спасибо за ману. К ловушку агрят и пса агрят. Пса не агрите, подождите, с псом. Давайте сначала мелких убьем. Короче, сейчас тут лапуза будем бить и Геру по ходу. Секунд через 30.
после пола Димы как раз от КДшса Гера, потом Дива морда без Геры на изи вообще, потом на профи, когда от КДшса до третьей фазы Гера, я думаю. Хотя мне кажется, мы так быстро сольем этих двух боссов, что не успеет она от КДшса на профи. Это точно. Креста бьют. Так под босса, под собаку поставим. Это в гнев тебя спас. Да, это, на это бог меня спас, мне бог дали. Ой, молодцы, молодцы. Подождите, идем налево. Давайте налево идем. Сюда, сумасвод. Сюда, на ту хлопку зайдем. Вам же Гера на профи хотите? Пошлите. Сейчас я быстро сяду, отопьюсь, нам паладины ребафы вроде уже дали, да? Молодцы. Сейчас быстро просидем. Рывок, нет, что-то чар забагался. Хорошо, давай, быстро, быстро только. Быстро рывогайся. Так, ждем, ждем, ждем. Нет, ты не танчишь, ты спекаешься в ДД, уже говорил. На этом квартале нужен один только танк, неважно какой, ПАЛ или ДК. Ну как, на Гере надо, конечно, чтобы пал тухло пузов, если у одного танчик, то чтобы пал танчил, чтобы бабом с ним стаки. Сейчас хан заходит, приходит сюда, и тогда мы пульнем. Я квест не успел сдать Синдры, так быстро зашел. Мы с Войдом поняли, что надо в десятку перед работой пронести. Хант бежит, Ханта бафы есть вроде. Да, у Ханта есть бафы. А, так и не надо собирать, даже 10 гири, если мы его зергаем, собирать не надо стаки. Стоим на рейнже и дамажим, все, только не сбегайтесь в кучу. Погнали на полный сумасвода. Вы поняли, на рейнже споры не носим. Геру давай, Шанна, давай Геру. Посмотрите, у меня 10 лямов, и чтоб до 10 стаков на БДК, ой, я блюю, так что сумасвод, что-то прожми там. Все хорошо, все. Просто стоим и целуем, ДПС набиваем. Как ХПС пошел, когда один килишь. Без всяких ДЦ. Чтобы не блювать все вместе, нам нужно стоять на рейнджейке. И все. На гневоморде никакой рейнджи, на гневоморде никаких перебежек за спину, когда он блюет, просто стол, стоим и долбим. Большого слизня, секунду, большого слизня просто сумасвод заберет под себя и сделать два шага назад вместе с боссом, и слизень будет плевать только в него, и не будет проблем. Блюю, прожимайся, сумасвод, я тебе ангела дал, прожимайся. Каплю не дал. Ангел покруче капли будет. КД на него здоровая. Ой, молодцы какие, видите, как все быстро и хорошо. Ого, Инер есть. Я чудищ призову, так что садиться пить не будем. 7к хпс всего лишь, ну, такое, как бы, учитывая, что два раза блювал, и что мы не проседали, 10 оп, нормально. Кто там остался? Сумасвод, беги, 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 не пуляйте, пожалуйста, без деки, он у нас один танк, мы не хотим без него пулять. Что там с сумасводом? РК есть, Ваня? Ваня, ты идешь? Давайте шкаф, мы быстро его суманем, быстрее, чем он прибежит. Давай, лукайся быстрее, пока там бежит. Но в РК он есть, значит он не вылетел. Че он стоит-то? Ой, Грац, Грац. Привет, Хризефилокс.
не слышит. Ай, блин, что-то я не пойму. У меня на карте его не показывает. Показывает только стрелочку, но когда открываю большую, сумма свода на ней нет. Ага, он вылетел таки. А не, вот он. Вот он, вот он. Ну что, зашел, все, чек и пуляем. Сумасвод, еще раз помнишь, как делаем? Большого на себя пару ЛПшек даешь, два шага назад вместе с боссом идешь назад, и слизень будет плевать только в тебя. И все хорошо. Давайте, пуляем. На полно сумасвода, бьем без геры, не перебегаем никуда, стоим под боссом и фигарим. Все. Воблони, пожалуйста, Войт. Когда? Хорошо. В следующий раз. Надо перебегать. Просто бейте, не парьтесь с этим. Честно вам говорю. Быстрее задамажим. Сейчас будет второй. Большой сейчас будет. Сумасвод заберет. Отвернет от рейда, конечно же, этого слизня. Не заберет. Ну ладно, все, не сводим тогда. Хорошо, забери на себя сумасвод. Забери стаунти и отведи вместе с боссом чуть-чуть на пару шагов назад. Да, вот так, красава. А зачем, Хант, отойди оттуда. Смотрите, о, молодец, Хант. Слизень большой плюет по конусу, так? И когда он смотрит на танка, это означает, что вы не должны за танком стоять где-то там на рейнже, иначе он будет и у вас плевать. Видите, без геры легко. ШПшка, поможешь мне сейчас на ловушке этот самый кольцом света побить этот трэш? И ДПС будет немножко, и отхил будет на ловушке. Да ты тут слово захилишь. Не, ну у меня просто маны 8к, не хочу прерываться, поэтому просто одну кнопку сейчас потыкать. Сумасводу кулак обновите, кто там будет. Давайте. И так кольцом лупит, то вообще никто не проседает. Чтоб ППС больше был, надо на передний просесть. Ну понятно. А с ДЦ, блин, вот это я не люблю с ДЦ хилить. Тут, блин, 125 обычки, что вы ВК вчера. Ну, вообще я в жопе был по ХПС. Так, все, заходим. Сейчас я буквально 10 секунд ману попью. Кулак по сумасводу дали, да? Ага, прота есть. Тоже в одного танка. Кто в поганище хочет полезть? Войд, полезешь? Давайте без. Без, да блин, без. Да давай лучше с поганища. Давайте с поганища. Проще. Ну, то ж... Да, сейчас... Секундочку. Переводим, это обычка, не стопаем ничего, просто бурстим в босса. По идее, мы должны убить вообще с одним слизнем. Все, давай пей, потом пуляет сумасвод, на него напуст. Так типа отрезай до фула мана хотя бы. Да, все хорошо, у меня еще чудовище без КД. Все, давайте пуляйте. Ретрик отрезанул, кто ретрик? Ну, в карбонит. А что он? Ошибка, наверное, какая-то у него. Перезапускай быстрее. А перезапускай, не проблема. Мы его перевели. Ой, не успел я тебя подхилить, но ты не умрешь. Тут на фазе ХП не бьет. Ну, в луже просто стоит, хилил его сейчас.
Что? Ну чё, сейчас хильну. А ты фул хп. Пух, никто не поймал. Один слизи, наверное, будет зеленый. Пока что долбим профа. Колбим, МДД отходим. РДД стоим с краешку центра. Милики под боссом стоят, долбят зеленого. Тут он вас не убьет в обычке, да, если два милика. Ой, молодцы, давайте бурстим в профа. Еще один будет, я не знаю. Попробуйте забурстить, прожаться. Колбы аккуратно, милики. Еще один, ничего страшного, переводите все равно. На красную только замедление кинешь будет. Будет корона наш. Все, красота. Дотаем быстрее красного, быстрее дотаем, пока есть время. Ай, молодцы. Видите, Гера все равно не откатышилась, что я вам и говорил. Я боб дам, если еще сейчас убегаем. Так у меня есть этот щиток, я вам ускорение дам. Сейчас беги к столу, супердруг. Видишь, я ускорение дал, все хорошо. Пельмень пошел в ханта. Кстати, бьем. Даже на 10 гер диванов тут не надо никаких. Просто бить босса. И наслаждаться игрой. Смотри, я даже по мане не просил. Даже поганиш не вызывал. Чудовище. Что? А, сотрю, отхил, короче, с ловушки и думаю, это что, хилит ШП сейчас, короче, 9к. Ой, смотрите, блядь, не упали штаны? С тухвапуза ж не падали штаны, да? Вроде нет. Блин, это мне их надо, с 10 гер. Если не упадут, тогда крафтовые делать на шипы. А то у меня остались штаны, кольцо и плащ, и я могу уже шипы гонить. Смотри, у меня уже почти 600 хули приспит. Шамка, у тебя же есть тут какой-то хил небольшой? Сейчас на этом, на трэше сейчас помочь, а то тут трэш больно бьет. Еще, может, мне саб дадут. Не хочу, чтобы мы умерли. Гекада. Или, если у тебя нету, нам друид может. Ну, давай ты, спекнись, пожалуйста, на трэш чисто. Через Геру пора гонять. Это кому? Ну, тебе, хули крестом. 25, типа? Ну, да. Да блин, я боюсь, что там ДЦ так будет считывать, что я ни хрена так, там не нахилю, меня вы кикнете. Ки там, полипавер, шам. Ну да, можно, конечно. Так у меня 25 оп, уже нечего, понимаешь, выбивать с 25 оп на хули приста. 4 хила будет нормально ходить. Да, как бы нормально. Ну видишь, меня Олег даже в РС-ку звал хули приста, но я сказал, что не пойду в Геру, потому что... В РС-ку потяжелее, там надо 2 хила, чтобы вот, конечно. Да, кто-то бежит, пал, давай. Пал тоже в танк, а нам вот здесь уже пал будет танчить с дыбой на боссах. Ой, снимите с Невада, снимите, а то не отхилю, боюсь. Молодец, Невад. Услышал, что я говорил, что когда я даю щит, можно отбежать. Ускорение есть. Так, а тут стой, можно не контролить. Да, я дам покаяние все равно. Ну смотри, два танка, два хила сейчас на крыше, поэтому, ну хорошо. Лейтенант, он дотует увешать, тяжело будет. Вот
Коли Христа, кроме маны, еще одна беда. У него крит от светлой магии всего 5% плюс. У него нету крита на конкретную хилку. То есть у Эрбру есть талант, так что у него покровительство 50% крит, грубо говоря, становится на нее, ну, в нормальном шмоте. И у шамана там на волну, там крит, короче, тоже под 50%. А у Холи Престана все, короче, 25% в таком себе шмоте. Это хреново. Ой-ой-ой, всех сагрили, дайте бомжей. Гнев небес, бомжей. Быстрее. Не хочу падать на трэше. ДК, дай бомжей, пожалуйста, потому что мы точно сейчас сдохнем. Надо рослого потом... Слава, сначала убиваем скелета, смотрите, вот советник. Бля, хорошо, что... Шо-шо, два танка. Еще. ТП, давай гим, то точно сейчас помрем. На мне есть эта дота. Помоги подхилить. Мы захилим, просто станьте их по КД, короче, гневами, обычными станами, у кого есть. Сейчас подхилим там. Павари у нас еще не прокал, так что нормально. Прокал. Да? Блин, я не увидел. Странно. Да, уже вижу. Вот поэтому я попросил, чтобы хила еще шамка спекнулся на этом трэше. Жесткий трэш. Так, спекайся обратно, шаман, я дальше тоже сам хилю. На верхнем трэше уже не надо будет, там меньше мобов. Чем тут. Сейчас шамка ману отопьет. Дота спадет с танков. Кто двоих будет держать? Плюсуйте. Кто хочет двоих подержать? Карбонит. Хорошо, пусть карбонит у нас вот на килисете. На пул дадим. Ну, вообще, без удара в сердце удобнее держать паладину, конечно. Потому что ДК не вкачал в удар в сердце. Да, ЛПшками не поддержится. Ну, все равно. Тут удар сердца и так как бы входит в ротацию, если он вкачан. То... Сумасвод, ты где? А, блядь. Короче, заберите Кейля, мне все равно, кто, и отведите его. Все, мне конец. Блядь, танки от выборка. Все, отводи, отводи, карбонит, отводи. У меня килисет сейчас убьет. Сферу уже пьяли. Вихрь. Я не успел его сагрить. Если тихо, там не ударит, он даже по таунтам идет куда хочет. Все хорошо. Сферы хант подбивает, главное. Ой, вы хорошо так отвели, прям далеко, что пипец. Я один плохо достаю, но я буду подбегать туда-сюда. Знаете, бейте. Не надо Геру, на Ване дадим Геру. Не давайте тут. На ну Ване она нужнее. Еще одна кинетика, давай, молодец, Ханс. Вихрь около Талдорама. Аккуратнее. Карина, ты только Старком сейчас не бей на килисета, когда ХП прыгнет. Аккуратнее. Меня откинуло. Сумасвод, прожмись, ты очень далеко стал, меня откинуло. А, все нормально. Все, хилю. Давайте бьем килисета, добиваем, только шарики не сливайте. Пал уже отдал прожимку. Сумасвод, подойди чуть ближе. О, красавчик. Кто не доставал. Ой, давайте, молодцы. Сейчас аккуратно на трэше. Дадим контроль, наверное, все-таки хорошо. Конечно. Потому что я не хочу шаму спекать по 300 раз туда-сюда. Сам захилю, только контроль дадим и все.
Можем с пристами кинуть, короче. Вот смотрите, сейчас, секунду. Я звезде даю прист другому мобу без метки справа, тактику. И все. Назад отходим. Ну, советника бьем первым. Росового моба. Вот, череп. Еще бегут маги, ничего страшного. Видите, как все просто. Ну, скажите, если босса в первые секунды не успеть ударить, он, короче, под таун там бежит похуй на кого. Ну, тоже может быть. Так, погнали дальше. Тут, он кастер без... и переключается только когда каст закончится. Нет, это все три так бегают. Тут не контролем просто бьем. Кстати, кого укусите здесь, дайте ману восполню, мы пульнем, подождите. Обновите крест по присутству будет. Мне надо что-то на ману дайте. А, сейчас. Подойди, кинь. Он рыбка стоит. Они еще не готовы. Вот, спасибо. Спасибо. А все будет где-то тут. Подойди. На. Рейнджу, пожалуйста, держим. У нас тут 4 милика, ну, 2 танка и 2 милика. Тоже рейнджу как-то. Один с одной стороны, другой с другой милики. РДД тоже рейнджу держим и всекаем в него. После первого укуса можно уже дамажить начать. Сейчас, секунду, у меня телефон звонит, одну секунду. Блин, а у него там хардрок. Все, я тут, чек, никто ли...